Смерть после нереста характерна для дальневосточных лососей. Дело в том, что их организм становится гораздо менее устойчивым к энергетическим затратам и истощению, которые происходят во время кормитания. Как мы знаем, лососи мигрируют из устьев рек до мест, где они впоследствии отложат свою икру. Доподлинно известно, что в это время они перестают питаться, существуя только благодаря запасам, которые были накоплены в мышцах. Рыба проходит расстояние по Амуру, равное примерно 1200 километрам. Представьте, каковы ее энергозатраты на это путешествие без пропитания. Они воистину огромны. Именно поэтому в конце пути кита становится крайне истощенной. Так, ее мясо становится дряблым и водянистым. Количество жира понижается до сотых доли процента, собственный вес значительно уменьшается. Более того, по этой же причине печень больше не вырабатывает желчь, а кишечник и желудок попросту съеживаются. Правда, стоит отметить, что не все рыбы погибают после первого нереста. Некоторые способны размножаться по 4-5 раз, однако это случается достаточно редко. Таков жизненный цикл этих необычных рыб.